Более 7 тысяч человек будет задействовано в Югре в организации проведения выборов. Подготовка к ним в округе уже началась. Напомню, в сентябре этого года нашу страну ждет масштабная избирательная кампания. В регионе борьба развернется за 355 мандатов. Югорчанам предстоит определиться, кто будет представлять их интересы в Государственной, Тюменской и Окружной думах. Также выборы депутатов районных и городских дум в 14 муниципалитетах и 4 главы сельских поселений. Возможно, что выборы пройдут в течение нескольких дней. Три дня полноценного голосования, вот то, о чем говорят, многодневное голосование, трехдневное голосование, эта форма, она, возможно, будет применена. Скажу так, что мы готовимся к ее применению, но решение о ее применении будет принимать Центральная избирательная комиссия, потому что федеральная кампания проходит, а мы уже будем, как говорится, подстраиваться под эту ситуацию. О том, какие новшества планируется использовать в проведении масштабной избирательной кампании, председатель избиркома Югры Денис Корнеев рассказал в программе «Вести интервью». Смотрите ее сегодня на телеканале «Россия-24» в 22:15.